Всем привет! Вы на канале «Квартиры в Челябинске». Сегодня вы будете смотреть видеообзор элитной квартиры комфорт-класса в центре города Челябинска. Это трехкомнатная квартира, студия плюс три спальни, вот в этом кирпичном доме по улице Воровского. Сейчас мы находимся на территории двора. Территория двора закрыта, под охраной, шлагбаум, заезд тут. Как видите, все охраняется, и пронумерованы парковочные места. По поводу парковочных мест чуть позже скажу, есть у нас или нет. Но по поводу квартиры могу сказать, что она очень большая, 180 квадратных метров. Ну, обо всем по порядку. Пойдемте смотреть. С другой стороны дома есть также места для стоянки, детская площадка. Дом соседничает с детским садиком. Вход в подъезд. Стенд управляющей компании. Вход в квартиру. Надежная входная дверь. На этаже всего три квартиры. Дом кирпичный. Качественные, высокие потолки. Это зона прихожей. Здесь есть большая гардеробная. Это вход в распределительный холл, где установлена библиотека. И совмещенный санузел с душевой и прачечной. Там система хранения. Очень удобно. Кафель полностью без порожков. Дальше мы попадаем уже в жилую зону, где у нас кухня-столовая. Квартира очень большая, больше 150 квадратов, 176 по документам, без учета двух балконов. Мечта любой хозяйки – это столешница вместе с подоконником и раковина напротив окна. Тут у нас окна выходят на детский садик. Здесь у нас идет первая спальня. Спальни тут тоже очень большие. Первая спальня у нас уже вид на другую сторону. Территория двора полностью огорожена, и у нас есть одно парковочное место, закрепленное за нами. Следующее помещение у нас это гостиная. Гостиная очень большая, думаю, около 40 квадратных метров, с такой интересной стеной. Тут у нас выход на балкон, два окна, кондиционер. Это как раз в ту сторону, где детский садик. Дальше у нас с правой стороны идет детская. В детской тут такой небольшой подиум, где рабочая зона. Здесь посерединке зона отдыха и под кровать. Это тоже у нас на такую спокойную сторону выходят окна. Дальше тут у нас располагается большая гардеробная за вот этой стеной. Очень вместительная. Вход в санузел основной с большой ванной. Теплые полы. Окно такое затемненное. Очень уютно. И спальня номер два с большой гардеробной. Вот как раз вот этот постамент создает эту гардеробную. Очень вместительная гардеробная. Это спальня с двумя окнами и со своим балконом. Видите, по толщине стен кирпичный дом. Есть такой балкончик. Итак,
посмотрели с вами видеообзор квартиры. Это полноценная, можно даже сказать, четырехкомнатная квартира, потому что есть три отдельные спальни. Также есть гостиная и кухня-столовая. Плюс есть холл, коридор и два санузла. Также два балкона. Квартира достаточно большая. Мои видео позволяют посмотреть на квартиру с другого ракурса, нежели с фотографий. Поэтому спасибо вам, что досмотрели ролик до конца. И напишите в комментариях свою обратную связь, как вам данная квартира. А также поставьте лайк моему ролику и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Теперь завершающий этап, сколько же стоит данная квартира. Я думаю, что мы протестируем рынок, поставим ее за 10 900. Но эта цена актуальна на момент снятия ролика. Поэтому цену всегда узнавайте в комментариях, чтобы актуализировать ее. Спасибо еще раз за просмотр. Всего доброго, удачи!